24 квітня на території Центру Благодар за ініціативи депутатів Славутицької міської ради було організовано висаджування фруктових дерев, які згодом перетворяться на символічний сад пам'яті героїв та жертв Чорнобильської катастрофи. Ми хотіли приурочити ту акцію к 35-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. Тобто у нас буде ще така меморіальна доска, яка, надіюсь, оставить якусь пам'ять, скажімо так, у наших жителей о том, что все поколения растут, наши дети растут. И я хотелось бы, чтобы, приходя в этот сад, видя эту табличку, скажем так, дети задавали вопросы, а что это, как это, о чем это. И родители, соответственно, рассказывали о том, что была такая авария, что вот город наш связан с такой историей. Вот для этого, в принципе, это как символ, сад-символ, плодовый сад-символ, где будут посажены в первую очередь абрикосы и сливы. Участь у заході взяли всі охочі. Депутати, активні мешканці, колектив та вихованці Центру Благодар. Аби зусилля не були марними, за кожним з саджанців планують вести контроль і догляд, щоб вже влітку наступного року насолоджуватися смаком плодів. Особливість плодової іменно сада в тому, що треба вовремя оприскувати, вовремя поливати, щоб це прижилось. Ми спеціально вибрали дерев'я однолітки, тобто нам поставщик, скажем так, их подрезал правильно, чтобы формировалась крона уже, чтобы они прижились хорошо. То есть одна- и двухлетние деревца, они лучше всего плодовые приживаются. Вот. Мы специально, видите, копаем ямки, завозим туда перегной, землю хорошую, удобрения для того, чтобы оно как бы росло и потом плодоносило. Депутат Володимир Борисов наголосив, що місце обрали не випадково, бо й раніше на ньому намагалися висадити не один десяток дерев. Та кожного разу спіткала невдача. Тож це своєрідний виклик довести справу до кінця. Ну, на самом деле, это любимое место уже нескольких созывов, скажем так, когда я депутат, потому что мы тут пытались уже трижды высадить фруктовый сад, и, к сожалению, получалось каждый раз так, что некоторые деревья не приживались, те, которые оставались, а некоторые, к сожалению, есть у нас в городе еще люди, которые мало заботиться и которым мало интересен город, они просто выкопали их на дачу, и после этого просто их тут не стало. И мы в очередной раз пытаемся, знаете, это есть такая теория разбитых окон, да, когда окна нужно вставлять ровно столько раз, пока не надоест тем, кто их бьет, их бить. Вот. Мы пошли таким же путем. Эта акция приурочена к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта акция не политическая, это не партийная акция. Она не имеет ничего общего с политикой. То есть тут люди абсолютно представители разных партій, вот, абсолютно різних інтересів, абсолютно, ну, з єдиним інтересом зробити Славутич краще. Аби цього разу все вдалося, ретельно готувались. Запаслися і ґрунтом, і добривами, а також теоретичними знаннями. В місті проводиться дуже багато мероприятий по висадці деревьев. Дуже жалко тільки те, що, к сожалению, ті люди, які садять, не завжди розуміють, як це правильно потрібно робити. Тому у нас ціль не якийсь там самопіар, а дійсно посадити дерев'я, які б росли. Тому, бачите, і ями копаємо, і землю, і удобрення купили, привезли, щоб дерев'я росли. Вот. А з точки зрения організації, ну, немножко розподілення труда у нас є. Кто-то вывозит, кто-то за рулем, кто-то размечал, кто-то сейчас ямы копает. Поэтому я думаю, что все вместе должно получиться неплохо. Вот. Честно говоря, когда посчитали, сделали разбивку деревьев и планировали, ну так, 40 деревьев, 50, а получилось, если не ошибаюсь, 78, то как-то мы задумались. Стали вчера вечером обзванивать знакомых, говорят, ребята, приходите, берите лопаты, помощь не помешает. Но сегодня я смотрю, спасибо. Все пришли, работают, хотя погода, вы сами видите, такая. Я бы не сказал весенняя, но холодноватенько. Пройде зовсім небагато часу. Підростуть посаджені дерева. І не лише прикрашатимуть територію Центру Благодар, а й створять затишок, серед якого буде приємно прогулятися та згадати тих, хто ціною власного життя намагався стримати наслідки найстрашнішої техногенної катастрофи ХХ століття.